Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы ноутбуков, встроенный тачпад, альтернативная мышка в ноутбуке, который мешает набирать текст при случайном касании. Отключение такой встроенной мыши – дело очень простое, поэтому трудности с тачпадом при работе в тексте возникнуть больше не должно. Для решения этой проблемы существует несколько способов. Если один не принесет результатов, смело переходите к следующему. Для начала попробуйте нажать сочетание клавиш FN и F9. Часто этого бывает достаточно. Если нет, идем дальше. Этот способ тоже несложный. Пройдите по пути «Пуск панель управления мышь». Зайдите на вкладку «Оборудование» и выберите там «Тачпад». Затем щелкните кнопку «Отключить». Не получилось? Тогда третий вариант. Зайдите на сайт, где можно скачать драйвера для вашей модели ноутбука. Введите модель, операционную систему, которая у вас установлена, и выберите устройство, для которого нужно найти драйвер тачпад. Скачайте и установите драйвер на свой ноутбук. После перезагрузки ноутбука драйвера вступят в силу и появятся дополнительные возможности для вашего тачпада, в том числе и его отключение. Теперь смело отключайте альтернативную мышку. На сегодня это все. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.